Красночитайском районе продолжают готовиться к столетию образования Чувашской автономии. Напомним, это вторая площадка празднования. В селе Красные Читаи реставрируют памятник погибшим воинам. По проекту на этом объекте предусмотрены ремонтно-строительные работы. По укладке тротуарной плитки будут обновлены 10 памятных стел и установлены флагштоки. На сегодняшний день работы вышли на завершающий этап.